вам сегодняшний турнир? Сегодняшний турнир очень великолепен. Мы даже можем понять без наших слов, просто показав, что зал полный. И все сегодня в Донецке и по России идет прямая трансляция Кубка главы Донецкой народной республики. Это уже о многом говорит. Поэтому мы довольны. И спасибо организаторам. Это отдельно хочу сказать спасибо Виталию Медлею и Кубу Велес. Да? Помимо этого, хотелось бы сказать спасибо ростовскому «Пересвету», который дал такую возможность, чтобы показать, что в Донецке есть спортсмены, что спорт будет вне политики. Он будет не в эфире и будет очень на достойном уровне. Как я понимаю, вы сегодня поддерживаете «Пересвету» из Махачкалы, Россия! Артур! Я сегодня приехал поддержать организаторов, поддержать спортсменов, так как я уже с ними был знаком до этого. Это активная молодежь Донецкой Народной Республики. И есть ребята, которых мы возили еще в Абхазию на турнир. Да, и мы успели познакомиться, сдружиться. Поэтому они в Донецке очень активны. Я приехал их и поддержать, и насладиться этим зрелищем, потому что ну, это мужской вид спорта. Какие ваши пожелания спортсменам? Чистой победы. Не надо надеяться ни на судьи, ни на кого. Побеждать чисто и уважать соперника.